Вчерашние ошибки посмотрели, ребят. Посмотрели Ухту сегодня, как играет. Начинаем агрессивно. Встречаем на той половине, ребят. Не забываем. Видели, они за кидушками много играют. За шиворот. Все туда, туда они. Не пропустить, не, чтобы от вас не убежали. За шиворот не залетело. Сань, командуй. Понял? Ты должен, ты последний игрок почувствовать. Для нас волнение такое у них, вот прям видно, что они не показывают свой потенциал, просто где-нибудь, ну, не знаю, ну, не показывается. Даже капитан, который всегда был такой, знаете, там, кремень, который никогда не волновался, сегодня тоже, то ли, может, повели то, что мы, игра такая, знаете, как бы она промежуточная, что если мы выиграем, мы еще можем попасть в этот Big Four, вот это, большую четверку. Потерял человек, что нужно? Сразу он покидал мяч, все, он по-любому там на испуге выпнет его. Вроде выиграли 4-1, но при этом на протяжении практически всего матча вы были чаще недовольны, чем вообще довольны. Ну, не знаю, это, понимаете, как говорится, славки одно видно. Сейчас придем в гостиницу, посмотрим детально и разберем всю игру. И если я буду неправ, я извинюсь перед ребятами. Ну, знаете еще, что может быть? Первый тур мы отыграли, думаю, так более-менее неплохо, потому что мы думали, что мы как бы это аутсайдеры, знаете, когда вот ты когда андердог, там, ты играешь по-другому, что с тебя нет такого большого, как бы это, ты новенькая, а тут раз-две выиграли, как бы таблицу смотрят же они, там в пятерке, тут недалеко и четвертое место, и уже, наверное, началось, что как бы они как бы уже себя чувствуют, что надо дальше идти, выигрывать. Думают о большем. Да, вот больше, да, конечно, аппетит, приходит время еды. Ну, порадовали, молодцы. После вчерашнего 0-5 было очень отвратительное настроение. А после... Сегодня получше. Сегодня вообще отличное, замечательное. Ну, в первый день, когда сравняли счет после 0-2, сделали 2-2, вообще молодцы были.